Отлично сработано с партизанами, Карл. ВСС очень довольна. Равно как и успехами на Сицилии. Я слышал, операция «Эскимос» прошла у вас гладко. А еще слыхал у Эйзенхауэра крупные планы. Высадка на большую землю. Айк всегда мыслит масштабно, Карл. Ближе к делу. Мы разворошили осиное гнездо. Дело пошло. Какое? Данные от информатора? От Дорфмана? Нет, не от него. На этот раз сообщили ребята из воздушной разведки. Где-то здесь порт. На побережье. Немцы что-то перевозят. Есть догадки о том, что именно? Объект сильно охраняется, так что надо думать, там нечто ценное. Оттого я и понадобился. Именно так, дружище. Нужны сведения. Что за груз? Куда отправляется? И что тогда? Судя по всему, немцы делают большие дела. Район в радиусе действия бомбардировщиков. Так что, как закончишь свою работу, что уж, дай отмашку нашим летчикам. Здесь полно охраны. Лучше держаться в тени, если хочу добыть нужные сведения. Здесь больше нечего искать. Больше ничего не найти.
Думаю, я собрал все, что мог. Кажется, собрал тут все полезное. Вот и все. Больше ничего.
Это мне очень пригодится. Иллюминация будет. Видать, важная шишка. При нем наверняка есть что-то полезное. Интересно, что он держит под замком. Мне нужно узнать, куда следует груз. Сказано, что грузы идут в Алагру. Однако есть проблема из-за того, что мафия обворовывает порт. Будем знать. Больше ничего не найти.
Вот и все. Больше ничего. Это мне очень пригодится. Thank you.
Это явно вакцина от Тифа. Сообщу партизанам, что она здесь. Минус один.
Здесь больше нечего искать. Отлично. Хотя шум наверняка привлечет ненужное внимание. Думаю, я собрал все, что мог. Танки. Они действуют наверняка.
Больше ничего не найти.
Вот и все.
Больше ничего. Это мне очень пригодится. Здесь больше нечего искать. Думаю, я собрал все, что мог.
больше ничего нет. Это кабинет начальника порта. Не стоит тут поводить носом.
готов. Больше ничего не найти. Кажется, собрал тут все полезное. Здесь больше нечего искать. Das ist für meinen Bruder zu beschweren.
Вот и все. Должно быть, это кабинет начальника порта. Стоит тут повод... Должно быть, Латерца, начальник порта. Его-то и просил убрать лучше. Думаю, я собрал все, что мог. Тут больше ничего нет. Кажется, собрал тут все полезное.
это мне очень пригодится. Пушки.